Здравствуйте, друзья! Мы на острове Ютуруп на Курилах, и сегодня я вам покажу заброшенный аэродром «Буревестник» и город-призрак Горный. Что с этим самолетом случилось? Что за история? Да никакой истории, просто списали в свое время, потом кафешка была, стояла прямо перед аэродромом, перед входом в терминал. А у вас здесь змеи и всякие еда? Нет, жаль. Итак, мы в аэропорту «Буревестник», в фюзеляже брошенного здесь самолета. Аэропорт выглядит как заброшенный, но взлетно-посадочную полосу, говорят, используют военные. До 2014 года этот аэропорт был единственный на Ютурупе, а сейчас появился аэропорт Ясный, а этот забросили. Проехали от брошенного самолета к зданию аэропорта бывшего. Досмотр был здесь. Досмотр вот тут здесь. А это что такое? Ну это подсвечивается. Охренеть. И все, выпускали дальше. И вон взлетно-посадочная полоса. А, вон видно, да. Охренеть. Нахрена она нужна? Что это действующий военный аэродром, подтверждает тот факт, что у меня не получилось здесь взлететь на дроне. Дрон просто отказывался взлетать. Сейчас мы въезжаем в город-призрак Горный. Город был построен еще в СССР в 1980 году, а через 20 с небольшим лет после развала Союза военные части, которые здесь квартировались, были расформированы, и город начал пустеть и приходить в упадок. Я был удивлен, увидев здесь детей, играющих на детской площадке. Детей было достаточно много, и играли они достаточно весело. Вот это я понимаю крутое детство. В 80-х годах в городе Горный было 29 жилых домов, работали кинотеатры, офицерские и солдатские клубы, были кафе, рестораны, столовки, магазины. Короче, город был прям полноценный. Сейчас жилые, пожалуй, половина только домов, и живут здесь семьи военнослужащих. Говорят, человек 600 здесь живет, 100 из которых дети. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был путешествующий стоматолог Цукор Сергей. До новых встреч!